Опа, да. Merhaba, gel yakınlaş. Abi hangisinden beri? Silimişli beri. Silimişli beri. Al bakalım abla. Al bakalım silimişli. Al bakalım. Чёртово колесо. Проезд стоит 800 тенге. Сейчас оно включит в полностью освещение и будет красивое. В принципе, сейчас не видно, оно тоже включено. Здесь озеро есть. Здесь мороженое, вот я только что снял. На выходе еще покажу кое-что. Вот такие вот велосипеды ездят. Видите, да, вот по всему парку они. Вокруг. Вот велосипедики такие. Вот в этом доме живет наша подружка. Она получила 10 евро. Удобное, красивое место. Здесь много вот таких гамбургеров, пицца, лаваши. Здесь тир. Вот он тир. Он уже закрылся. Здесь вот с лука стреляют.
Видите, да, закрыты. А это зеркальный лабиринт. Здесь заходишь, и зеркала, зеркала, и ты там как путаешься в этих зеркалах. В одну дверь заходишь, вторую выходишь. Должен, по крайней мере, выйти. И да, там вот зеркала. Зеркальный лабиринт. А здесь стрельба из лука. Здесь кафетерий. Вот чертово колесо. Сейчас я с другого ракурса еще сниму. Есть всякие детские аттракционы. Здесь рыбу, рыбалка. Рыбку ловят. Касса. Вот туда вниз. Спускаясь, там тоже ресторанчик водяной. Там катамаранги люди катаются. Тоже я сейчас покажу все. Вот здесь вот чертово колесо. Вот такое хочу просто показать вам. Такое большое. Ну, где-то 9, наверное, этажей. 10-9 этажей высотой. Есть даже, насколько я помню, здесь должна быть одна кабинка VIP. А, допустим, свадьба, когда приезжает жених-невеста, когда катается здесь, приезжает сюда и на такую кабинку садятся. Там ее украшают. Свадебно там все красиво, ярко. Музыка играет в каждой кабинке. Кондиционеры есть. Вот. Здесь тоже детская игрушка. Шарики надо выбить. В общем, здесь гулять хорошо с детьми. Либо просто влюбленным. Здесь обычный тир. Вот эти вот картинки надо стрелять. Вот суперпризы. Лова. Воздушки. Здесь то же самое, стреляешь в шарики. Вот в эти шарики стреляешь. Вот этот круг тоже выбиваешь очки. И тоже призы. Здесь детский аттракцион. Так, мультяшки непонятные. Там тоже детские перебежки всякие. Горки, с горки, шарики и так далее. А вот здесь вот так вот катаются. Тоже детские. А вот мальчики ездят. На таком вот Мерседесе. Здесь для взрослых уже детей. Ага. Здесь бывший ипподром был. Сейчас здесь тоже делают его, реставрируют. А вот там наверху тоже парк. Вот такая пальма. Ну, конечно, искусственная. Красивое место. Вот уже видно, да, как красиво горит чертово колесо. Обзор полностью видно, с города даже видно, вот как она красиво горит, высокая. Говорю, где-то 10 этажей. 10 этажей. Вот очередь стоит, все катаются. Здесь еще много аттракционов. Вот тут лазить можно. Недавно на этой стенке, вот, скалолазкой, упал человек и разбился насмерть. Вот такая высокая она. Ну, где-то 4 этажа. Тоже надо уметь залезть. Страховка, конечно, есть, но не знаю, почему-то упало. Расследование провели. По новостям ничего хорошего не рассказали. Все утихло и замялось. Здесь детского очень много. Здесь мороженое, вот вагончики, машинки, прокат стоят. Время сейчас 10 час. И вот столько людей. Все в основном с детками играют. Катаются. Вот такие вот динозавры здесь прыгают. Здесь 3D очки и
Здесь озеро впереди, сейчас покажу озеро. Там тоже юрты стоят, тоже для детей всякие аттракционы. Здесь тир. Здесь все чистенько убрано. Здесь наводят порядок, мусор не кидают. Все культурно и чисто. Сейчас я покажу вам озеро. Вот здесь хочу показать вот это вот все, вот лестница. Поднимаешься туда, вот на самый верх, тарзанка называется, зацепляешься, и вот по верхнему тросу, вот он трос, катишься вот туда, вот там стоит вторая вышка, туда укатываешься. Сейчас оттуда будет, я не успел снять, сейчас будет оттуда катиться сюда, назад человек с тарзанки. Здесь вот красиво тоже, вода. Катамаранги. Катамаранги, значит, час 3000 тенге, полчаса 2500 тенге. Здесь рыба имеется. Сейчас дождемся. Человечек отсюда сейчас будет катиться. Я сейчас увеличу. Вот она вышка. Вот уже катится где-то. Уже слышно. Вот он. Вот он, человек, видите? Вот такая тарзанка. Вот он катится сюда. Вот он. Опа, залетел. Ел. А вот человек залетел. Интересно, я тоже катался здесь. Дух захватывает, конечно, над водой. Красиво. Называется аватарка. Вот наверху на самом аватар. Вот он. А здесь лошадки. Вот обзор чертового колеса. Красиво. Вот девушка лезет. Не девушка, а девочка. Интересно, да куда она залезет? Уже половину почти залезла. А вот поезд едет. Детский поезд. Девочка спрыгнула. Дальше тяжело, наверное. Поэтому. Вот такой вот обзор парка. Красиво. Народу очень много. Все с детьми в основном. Такой паровозик катается. Девушка опять, девочка полезла. Thank you.
Вот озеро. Здесь вот внизу кафе. Здесь можно вокруг вот так ходить. Вон там впереди катамаранги стоят. Оттуда садишься и катаешься. Вот по кругу. Здесь вот внутри люди сидят, кушают, там меню, шашлыки и так далее. Вот там рыбу кормят. Вот там, сейчас увидите. Вот сколько рыбы там. Очень много. Вот люди кидают хлеб, и там она внизу ее кушает. Ну все, здесь вот такой вот мостик, и мы уходим домой. Весь обзор отсюда можно посмотреть, даже все сверху, снизу. Вот там начало парка. Вот эта птица живая. Здесь проводят фотосессии. Вот, вот она сидит. Она живая, вот здесь такая. И там фотографируешься. Здесь пинает футбол, пенальти называется. Аквариум. Здесь рыбки. Это призы. Мягкие игрушки. Вот удочки висят. А вот здесь лестница, вот здесь. Поднимаешься наверх, и там стоят вот эти вот велосипеды, как бы, которые катаются вокруг, поверху всего парка. Вот они стоят. Видно вниз. Вот они стоят. Ну все, я иду на выход. Здесь тир. Везде тиры. Все для детей вообще. Все детское. Здесь красивое. Все красиво. Здесь аттракцион называется «Лебеди». Вот тоже на воде. Плавает с моторчиком. Все вот здесь вокруг этого квадрата, квадратного бассейна. Там впереди кафешка. Вот она. Пахнет шашлычком. Чумкен. Все, это вот начало парка. И я иду на выход. Здесь тоже интересный аттракцион. Этот. Вот здесь садишься и вверх прыгаешь. Вот он трос такой резиновый, подпрыгиваешь вверх. Вот все, вот вход. Справа кафе, здесь шашлыки. Очень сильно пахнут. Такие интересные шарики. Можно я посмотрю? Почем такой шарик? 1000 тенге. Вот этот дом красивый. Вдоль дороги идет центральный. Вот здесь полная стоянка уже машин.
фастфуды здесь, кафе. Здесь вход. Здесь выход. Здесь катаются, тоже большая площадка. Прокат велосипеды, машины. Видите, да, какая большая территория. И здесь много-много катающихся. Вот увеличил. Впереди вот это все, это фары горят на машинках. Видите, сколько много там катается кучами. Бок чертового колеса. Все. Обзор закончен. Вот эти дома, они шикарно стоят. Они, получается, напротив парка. Когда в окно люди смотрят, то вся красота этого парка у них как на ладони. Работает он до 11 часов. Но здесь площадка свободна. Здесь можно и до часу гулять. Молодежь гуляет, здесь сидит на лавочках и так далее.